Итак, ну что, всем привет! Сегодня у нас новый блок занятий. Мы сегодня будем говорить о новых трендах в моде. И судя по многочисленным статьям модных журналов, могу сказать вам точно, что в этом году этот сезон моды 2020 не был жадным на новые модные открытия. И будущим летом и весной вы можете носить все из прошлых коллекций. Хотя костюмы пола с пола футболками и подъюбниками стало неким таким новым витком в моде. Ну что, сегодня мы с вами поговорим о сочетании вот коллекции предыдущих годов, да, такие вот нежные платья, как я сейчас делала зарисовку, очень тонкими летящими тканями, и плюс сверху одевается такой пиджак, но с удлиненным, такой неприталенный, да, абсолютно такой свободный, который не стесняет ваших движений, и в сочетании с таким нежным, очень колышащимися тканями, очень красивыми, полупрозрачными. А также в этом сезоне очень популярен джинс. А, кстати, если у вас есть и где-то завалялась юбка джинсовая длинная в пол, тогда можете смело ее доставать. В этом году они будут опять модны. Дизайнеры в этом году советуют носить джинсовки на голое тело. Кстати, вечерняя мода советует одевать красные оттенки фуксии, платье в пол цвета рубина. И на светском рауте вы будете в центре внимания. А также примерьте на себе платье, например, по совету дизайнера, цвета алых маков и ослепительно яркой фуксии. Кстати, можете попробовать это на зарисовках для скетча. Выбрать ярко-красный алый цвет или цвет фуксии, да, такой очень яркий, или цвет маков. Ну вот я вам могу примерно показать, да, каких вот оттенков цвета вечерней моды вы можете. У кого есть платье и одежда самая строгая клетка черно-белого цвета, ее тоже можно сейчас использовать, и как раз то, о чем мы с вами делали, да, на зарисовках для скетчинга клетку, да, ну вот у меня тут розовая, вы можете использовать черно-белую клетку, да, можно. Она будет в этом сезоне очень модной. И поэтому, я думаю, в скетчингах наших мы тоже можем ее использовать. Для заядлых минималисток дизайнеры придумали линию одежды синего цвета. Синий цвет в этом году будет очень популярен. И в электрической синей будут выкрашены свитшоты и куртки для любителей минимализма. В этом же году кружево подготовили дизайнеры для нас в комплектах на каждый день. Один из важных трендов будущего лета дизайнеры считают принты тропикана. Ну, как и предыдущие сезоны, вы знаете, что вот такие тропические растения, лианы, они были довольно-таки популярны в летних коллекциях одежды. Но черно-белая геометрия в виде полосок и гороха была представлена в нескольких показах мод новых коллекций, поэтому берем на заметку. Сочетание свитшота, например, с вот такими вот ремнями, да, широкими, тоже остается в тренде, в моде. Джинсы уже не такие укороченные, да, и желательно, чтобы они были не совсем узкими. В трендах новых сезонов вот такие вот очень зауженные, как лосины, джинсы, к сожалению, ни на одном показе мод не были замечены, да, всеми нам любимыми. Ну и сочетание, конечно же, несочетаемых каких-то эффектов, оно тоже всегда поражает взгляд, поражает зрителя, так что не бойтесь, экспериментируйте и продолжайте наши зарисовки скетчинга. На это занятие я советую вам выбрать любимый лук, да, допустим, какой вам больше нравится, какой-то романтический или вечерний, и попробовать прорисовать уже полностью с фигурой. Хотя бы наметить, попробовать, и мне присылайте, пожалуйста, в комментариях, я отмечу
Может быть, какие-то комментарии свои тоже оставлю вам обязательно. Ну все, всем пока-пока. Спасибо за внимание.